Каждого автомобилиста — это найти качественный сервис для своего, так сказать, четырехколесного друга. Предложение масса. Вот, например, на 96.4 FM на радиостанции я слышал про автосервис «Про авто». Реклама мощная, но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. «Про авто» – качество европейского уровня. Разыскать автоцентр оказалось делом несложным. Он находится в новом микрорайоне Могилева «Спутник» по адресу улица Алексея Пысина, 8. Так, что у нас? Автосервис, замена ремней ГРМ, замена масла, замена техжидкости. И нас еще ожидает шиномонтаж. И нас еще ждет Виктор, представитель компании «ПроАвто». Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте. В пресс-релизе автосервиса «ПроАвто» на первой строчке значится «Автомойка». Ее-то я и решил посетить в первую очередь. Увиденное порадовало. 3 отапливаемых бокса, профессиональное оборудование и автохимия. Широкий спектр услуг от экспресс-мойки авто до мойки двигателя. Самый главный вопрос, который меня интересует, Виктор, сколько будет мыться машина, вот, и что войдет в это вот? Если брать комплексную мойку, которая включает в себя кузов, а также влажную уборку салона, то, я думаю, минуток 25-30, не больше. Правда, моют машины в ПроАвто контактным способом, но зато на 100% гарантируют качество мойки. Пока мой стиляга принимал вводные процедуры, Виктор продолжил экскурсию по автокомплексу ПроАвто. Вот это вот первый бокс, где вы можете полечить свое авто. Вот здесь? Авто. Да, прямо здесь. Давайте посмотрим. Либо сделать диагностику. А инструмент фирменный? Конечно. В это время в боксе лечебные процедуры принимала BMW 5 серии. Здесь ремонтируют легковые? Да, здесь легковые ремонтируют. Спектр работ откуда? Ну, здесь можно произвести диагностику подвески. Так. И уже заняться непосредственно ремонтом. Отправляемся дальше. Следующим пунктом моего турне станет бокс, где можно поменять масло и фильтры. А вот это вот что за огромные ворота? А здесь мы можем производить ремонт габаритных больших автомобилей. То есть в том числе микроавтобусы. И даже с такими с большими будками. Сейчас он пуст. Ну, наверное, никто не сломался. Может, это и хорошо. А вот и бокс, где можно поменять, как оказалось, не только масло в двигателе. И даже жидкость тормозную тоже меняется? Конечно. Полный цикл, замена всех жидкостей технических. Да-да, вы не ослышались. В ПроАвто можно поменять любую техническую жидкость. Будь то масло в автоматической коробке или антифриз в двигателе. А заодно здесь вам поменяют и фильтры. В наличии я увидел большой их ассортимент. Причем как масляных, так и воздушных. Заезжайте! Еще один удобный момент. В ПроАвто можно заказать для своего авто любую запчасть. Во время подбора используются только лицензионные программы. Это исключает возможность ошибки при заказе запчастей. Теперь идем в соседний бокс. Здесь находится особая гордость автосервиса. Стенд развал схождения 3D. Очки нужно одевать? Нет, не нужно. Для справки, стенды бывают нескольких видов. Электронно-оптические, компьютерные, 3D-стенды. 3D-стенды – это последнее достижение в области регулировки колес на развал схождения. Какого года? Это одна из последних моделей. Их во всей стране, наверное, по пальцам можно пересчитать. Несколько штук. Но в Могилеве однозначно нет. Преимущество такого стенда. Высокая точность измерений, одновременная проверка геометрии подвески и кузова авто и экономия времени. Ну что у нас еще есть? Шиномонтаж, полный комплекс. Здравствуйте. О-о-о. Удивление у меня вызвало то, что здесь могут работать с большими колесами диаметром R24. Это и все? Нет, у нас еще есть отличительный сюрприз. Пойдемте, я вам покажу. Интересно. Спасибо большое, до свидания. Интересно, что за сюрприз? Ого, как много места. Ну, вот он и есть наш сюрприз. Очень большой бокс для ремонта больших грузов. Сюда войдет легко, вот, допустим, даже этот автомобиль с цепкой. Бокс действительно огромный. Приятно порадовало, что здесь чисто, тепло и светло. Одно но. Ремонтом большегрузных машин в ПроАвто не занимаются. Этот бокс сдается в аренду для ремонта больших авто. А еще здесь я вижу автостоянка. Да, на 215 мест. Охраняемая. Причем весьма неплохо. По периметру установлены видеокамеры, а за порядком 24 часа следит охрана. Еще один весьма важный факт, касающийся сохранности автомобилей.
аренда машины места, либо полная ответственность за сохранность автомобиля на территории страны. Полная ответственность за сохранность автомобиля. Про авто. Качество европейского уровня.